трансляция уже запустилась, так что начинаем. Уважаемые слушатели, ну, мне сказать, что трансляция запустилась. Сегодня в удаленном доступе вам будет прочитана лекция «Акушерские кровотечения». Я приношу извинения за не очень качественное изображение, но это технические особенности. Как мне сказали сотрудники, что улучшить качество не представляется возможным. Но, тем не менее, лекцию продолжим. Итак, начнем с материнской смертности, ее структуры. Хочу напомнить вам, что существуют причины материнской смертности, непосредственно акушерские причины материнской смертности. К ним относятся кровотечение, преэклампсия, сепсис, эмболия околоплодными водами, ну, еще ряд состояний, такие, например, как нематочная беременность. Но если их разделить по структуре в зависимости от экономического развития страны, то оказывается, что в экономически развитых странах на первом месте среди причин материнской смертности стоят экстрагенитальные заболевания, на втором – внутренняя беременность, на третьем – эмболия околоплодными водами. Но, например, в Соединенных Штатах там на втором месте стоит сепсис. В экономически слабо развитых странах структура представлена здесь – это кровотечение, преэклампсия, сепсис. На сегодняшний день, если говорить о России, то прямые акушерские причины материнской смертности в России представлены на этом слайде. Я хочу обратить внимание, что кровотечение занимает около 17%. На первом месте стоят экстрагенитальные заболевания, как в развитых странах, но на втором месте стоят кровотечения. Но если взять кровотечение и эмболию амниотической жидкостью, которая тоже, как правило, имеется, причиной смерти в большинстве случаев является ДВС синдрома кровотечения, то этот процент увеличивается и кровотечение уходит на второе место. Ну, на третье место среди причин все-таки я поставил сепсис. Обратите внимание, что сепсис как самостоятельная структура – это 9%, но большинство причин смерти во время производства и после производства аборта – это тоже гнойно-септические заболевания. Таким образом, на второе-третье место в России занимает кровотечение, сепсис. Ну вот, динамика некоторых показателей, которые отражают качество родовспоможения. Обратите внимание, что вверх идет операция кесарево сечение. Если в 2005 году было 17,9, то на сегодняшний день это 30. То есть частота кесарево сечения значительно возрастает, а в перинатальных центрах она увеличивается до 43-45%. А в некоторых странах, например, таких странах, как Китай, Турция, частота кесарево сечения достигает 50 и более процентов. В то же время отмечается снижение материнской смертности и младенческой смертности. Но если материнская смертность последние годы не имеет резкого перинатального снижения, то увеличивается младенческая смертность. Мы достигли практически показателей европейских стран на сегодняшний день. И, конечно же, дальнейшие тенденции снижения будут значительно замедляться, так как здесь необходимо значительное финансовое вложение, которое осуществляется в течение последних нескольких лет. Если говорить о Ставропольском крае, то для того, чтобы снизить частоту материнской смертности, существует, как и в России, маршрутизация поступления беременных. Вообще все акушерские и педиатрические стационары разделены на три этапа. Первый этап – это стационары районные, где оказывается помощь здоровым беременным женщинам.
Второй уровень стационаров, где госпитализируются беременные с экстрагенитальной патологией из группы средней степени риска по различным осложнениям, в том числе материнской смертности. И, наконец, стационары третьей степени риска. Это стационары, где осуществляется практически любая помощь, высококвалифицированная помощь в акушерстве, неонатологии. Обратите внимание, что вот с большинства районов поступает Ставрополь, часть в Буденновск, но из группы высокого риска, как правило, поступают в Ставрополь, ну, в связи с тем, что у нас теперь имеются два перинатальных центра, один перинатальный центр на улице Лермонтова, и так называемый старый перинатальный центр, новый перинатальный центр на Семашко, они обеспечивают высококвалифицированную помощь беременным роженицам-родильницам Ставропольского края. Организационные мероприятия. Хочу еще раз подчеркнуть, что из группы высокого риска по возникновению кровотечений эти беременные должны находиться в стационарах третьей степени риска. Однако часть пациенток, у которых возникает кровотечение, может быть и в стационарах второй степени риска. Ну, например, такие экстренные ситуации, как отслойка нормально расположенной плаценты или возникновение гипотонического кровотечения после нормальных родов. Такие ситуации встречаются в 30-40% случаев, они могут быть в стационарах второй степени риска. Поэтому и в эти стационары должна быть готовность к оказанию помощи в полном объеме. То есть там должны быть специалисты, владеющие гистерэктомией, то есть удаление матки и перевязкой внутренних подвздошных артерий. Классификация акушерских кровотечений представлена здесь. Кровотечение при беременности и родах – это прежде всего прилежание и врастание плаценты, преждевременная отслойка, нормально расположенная плацента. Кровотечение в послеродовом периоде, и они встречаются чаще всего, это гипоатония матки, практически 80% всех кровотечений в акушерстве – это кровотечения, связанные с нарушением сократительной активности матки. Затем идет задержка в полости матки частей последа, разрывы мягких тканей родовых путей и врожденные, приобретенные нарушения системы гемостаза. Термины. Напоминаю, что физиологическая кровопотеря – это 0,5-0,7% от массы тела. Послеродовое кровотечение. Нормально? Послеродовое кровотечение – это кровопотеря больше 500 мл при физиологических родах, через 10 на родовые пути и больше 1000 мл во время операции кесарево сечения. То есть это уже патологическая кровопотеря, массивная кровопотеря, одномоментная кровопотеря больше 1500 мл, это 25-30% ОЦК, или больше 2500 мл, это 50% ОЦК за 3 часа. Раннее послеродовое кровотечение – это кровотечение, возникшее после рождения плода, меньше чем 24 часа. Я напомню, что в предыдущих методических рекомендациях 2015 года, вернее в протоколе, было написано, что раннее послеродовое кровотечение – кровотечение менее 2 часов. Ну и позднее послеродовое кровотечение – это более 24 и меньше 42 дней послеродового периода. Этиология и патогенез кровотечения очно включает так называемые 4Т – тонус, травма, ткань и тромбин. Тонус – это снижение тонуса матки. Я напомню, что основные два механизма остановки кровотечения при отделении плаценты, когда плацента отделяется, разрывают сосуды в децидуальной оболочке, начинается кровотечение, человек относится к гемохириальному типу плацентации, то есть когда всегда роды сопровождаются умеренным кровотечением. И дальше наступает два механизма, основных механизма остановки кровотечения. Первое – это сокращение мышцы матки. Это приводит к компрессии сосудов, перекручиванию сосуда. И второй механизм – это повышение сверточной системы крови. У беременной женщины к концу беременности возникает умеренная гиперкоагуляция. Эти два фактора срабатывают, и возникает тромб в сжатом мышцами сосуде, и кровотечение прекращается. Так вот, нарушение одного из этих механизмов и приводит к возникновению кровотечения. Вот тонус как раз это нарушение одного из механизмов, это нарушение сокращения мышцы матки, что приводит к отсутствию
давление сосуда, изменяются условия для тромбообразования, что приводит к возникновению кровотечения. Пока мы не повысим тонус матки, кровотечение будет продолжаться. Когда же это возникает? Это чаще всего возникает у многорожавших женщин при растяжении матки, крупный плод, многоводие, стремительные или затяжные роды, то есть когда были длительные роды и возникло истощение резервных возможностей миометрия, слабость родовой деятельности, применение различных методов родовозбуждения, родостимуляции, сочетание с патологией мышц матки, такими как миома, аденомиоз, аномалия развития матки, прилежание плаценты, ну, иногда применение некоторых лекарственных средств. Но я хочу обратить на последний пункт, который встречается в последние годы все чаще, это хорионамния. Это воспаление плодных оболочек во время беременности и родов. Травма. Это травма, обусловленная повреждением промежности, влагалища, шейки матки и, собственно, матки при прохождении плода по родовым путям. Ну, само кесарево сечение – это тоже в определенной степени травма. Но если мы выполняем какие-то дополнительные манипуляции, например, удаление миоматозных узлов во время кесарево сечения, это тоже определенная травма. Ткань, задержка частей последа, это может задерживаться, плодные оболочки могут задержаться, участки плацентарной ткани, особенно если имеется вырастание участка плаценты, то в этом случае, если насильственно произведено отделение последа, плаценты, то мы получим задержку частей плаценты и кровотечение. Тромбин. Это еще второй механизм, о котором мы говорили. Нарушение тромбообразования – это снижение количества тромбоцитов, обусловлено различными экстрагенитальными причинами, акушерскими причинами, возникновение ДВС-синдрома при эмболии околоплодными водами, первичные коагулопатии, опять же инфекционные заболевания – все это приводит к снижению формирования качественного тромба, но даже при хорошо сократившейся матке. Кстати, это один из симптомов, указывающих на кровотечение, обусловленное коагулопатией. То есть, когда матка хорошо сократилась, то есть имеется механизм давления сосудов, но отсутствуют или не снижены факторы свертывания крови, не образуется тромб и продолжается кровотечение. Так, начнем разбор основных причин кровотечений, с которыми сталкиваемся. Мы начнем с кровотечений, которые возникают чаще во время беременности, ну и реже в родах. Это клинические признаки кровотечения при прилежании и врастании плаценты. Что такое прилежание плаценты? Когда плацента располагается перед прилежащей частью плода, то есть она перекрывает внутренний зев, и поэтому рождение ребенка невозможно без кровотечения, и в этом случае кровотечение, как правило, является одним из основных симптомов, особенно если женщина вступает в родовой акт. Прилежание плаценты чаще всего возникает из-за морфологических изменений. Прежде всего, эндометрия – это различные выскапливания полости матки, которые были у пациентки, это аборты, это выскапливание после предыдущих родов, это различные диагностические манипуляции полости матки, это эмболизация маточных артерий при миоме матки. Все эти состояния приводят к патологическим изменениям эндометрия. Ну и в последние годы, последние 5-7 лет, резко увеличилось количество врастаний плаценты и прилежания плаценты, обусловленное самой операцией кесарево сечения. Чем больше рубцов на матке после кесарево сечения, тем выше частота прилежания и врастания плаценты. Это бум последних 5-7 лет. Это еще один из механизмов формирования прилежания и врастания плаценты. Итак, какие же основные симптомы кровотечение при прилежании плаценты? Ну, во-первых, это небольшие эпизоды появления кровянистых выделений, которые не ухудшают состояние женщины, даже не приводят
к изменению лабораторных показателей. Эти умеренные кровотечения связаны с небольшой отслойкой плаценты в области внутреннего зева при увеличении матки, при появлении сладкообразной боли, при повышении тонуса матки. Нарушенное кровотечение алой крови, вазальный объем кровопотери обычно соответствует состоянию больной, и это кровотечение может быть очень обильным, но практически безболезненным. Женщина не ощущает этого начала кровотечения, и она может проснуться ночью в постели в луже крови. Еще одним признаком, который может указывать на предлежание плаценты, высокое расположение предлежащей части плода. Но иногда развитие признаков страдания плода, но, как правило, страдание плода будет тогда, когда имеется значительная кровопотеря у матери, то есть когда это и так явные признаки. Диагноз предлежания плаценты, основной метод диагностики предлежания плаценты – это ультразвуковое исследование. Причем очень интересно, что до 20-24 недель частота предлежания плаценты в 2-3 раза больше, чем в третьем триместре беременности, то есть ближе к доношенной беременности. Это связано с тем, что при увеличении размеров матки плацента смещается вместе с стенкой матки, отходит от внутреннего зева, и тогда может полное приближение плаценты сначала перейти в неполное, а затем вообще может быть просто низкое расположение плаценты, что является более благоприятным ситуацией в плане возможности развития кровотечения. Итак, основной симптом – это кровотечение, причем он может быть очень обильным. Последнее кровотечение, которое у нас было 2 месяца назад, эта женщина за 15 минут потеряла 2 литра крови. То есть пока у нее возникло кровотечение в отделении патологии, хорошо, что она находилась в стационаре, и пока ее перевезли в операционную, норма это около 20 минут, она потеряла за это время около 22 литров крови, у нее были признаки геморрагического шока, но в связи с активной тактикой удалось предотвратить тяжелые степени геморрагического шока. Таким образом, это кровотечение может быть обильным, еще раз напоминаю, безболезненным, или возникновение периодически мажущих выделений, это тоже признак предлежания плаценты. Ну, вот такой рисунок мне очень понравился из старых учебников, еще в конце 19 века, такое представление было акушеро-гинеколог, мне это очень нравится, вы видите, это шейка матки, а выше плацента с пуповиной перекрывает внутренний зев, это и есть полное предлежание плаценты. Ну, вот такое тоже схематическое изображение. Если по центру это полное предлежание, если смотреть на экран, то слева это краевое предлежание плаценты и справа внизу, это практически тоже полное предлежание плаценты. Плацента перекрывает внутренний зев. Раньше разделяли центральное или полное предлежание плаценты, или когда только краем перекрывает внутренний зев. Для кровотечения это не принципиально, поэтому это отличие не столь важно. Особенности родоразрешения. Я напомню, что при полном предлежании плаценты это является абсолютным показанием к операции кесарево сечения. Почему? Потому что при раскрытии, сглаживании шейки матки и раскрытии маточного зева, как правило, будет наблюдаться отслойка плаценты, массивное кровотечение, и женщина не доживет до родоразрешения, у нее будет массивное кровотечение, которое она может погибнуть. Поэтому предлежание плаценты является абсолютным показанием к операции кесарево сечения, даже при наличии мертвого плода. Если произошла антенатальная гибель плода у женщины с полным предлежанием плаценты, это все равно является показанием к операции кесарево сечения для спасения жизни пациентки. Но здесь есть некоторые особенности. Если плацента располагается по передней стенке матки, то есть когда нам приходится разрезать матку во время операции кесарево сечения, мы неминуемо попадаем на плацентарную ткань, и тогда во время кесарево сечения может быть увеличение кровотечения уже из плаценты, а это значит потеря крови и плодов. И тогда извлеченный ребенок уже, у него будет анемия. Поэтому для того, чтобы избежать увеличения кровопотери, для того, чтобы извлечь при операции кесарево сечения совершенно нормально здорового ребенка, последние годы выполняется так называемое донное кесарево сечение. То есть, когда мы делаем продольный разрез на матке, на передней брюшной стенке, которая здесь изображена с обходом пупка слева,
Затем мы обнажаем дно матки, дне матки производим разрез. При головном прилежании обычно прилежит тазовый конец. Очень легко извлекается новорожденный. Затем ушивается матка и дальше уже возможно удаление плаценты через нижний сегмент. Если нет признака врастания, то возможно удаление плаценты из донного разреза, ушивание разреза на матке, на этом операция заканчивается. Это позволяет избежать массивного кровотечения, ну и получить здорового ребенка. Особенно это необходимо при врастании плаценты. Вот обратите внимание на снимке, выполнено донно-корпоральное кесарево сечение. В руке, моей руке видно матку, где ушито донное кесарево сечение, а внизу имеется грыжевой мешок с выраженными сосудами. Это плацента с врастанием, с прорастанием всей толщи миометрия. Так как здесь часто располагается мочевой пузырь, мы можем получить и еще одно усложнение, которое значительно усложняет выполнение операции, это врастание в стенку мочевого пузыря. Ну вот здесь выполнена гистерэктомия, то есть удаление матки, связанное с тем, что имеется плацента перкрета, то есть прорастание на всю толщу миометрия. Это предлежание плаценты. Плацента располагалась по задней стенке. Видите, здесь сделан разрез в нижнем сегменте, так как в этом участке не было плаценты. И началось массивное кровотечение, и оно связано с тем, посмотрите, вот видите, здесь плацента перекрывает весь внутренний зев и переходит на переднюю часть шейки матки. А вот здесь плацента даже уходит в цервикальный канал. Это так называемая шеечная плацентация, при которой очень часто возникает кровотечение, врастание в шейку матки, что было в данной ситуации. И с целью спасения жизни пациентки была выполнена гистерэктомия. Ну вот в этих случаях вот изображение, схематическое изображение. Видите, где нормальная ткань между плацентой и миометрием, имеется децидуальная ткань, собственно, через которую происходит питание сосудов, которые питают плаценту. А крета – это отсутствие базального слоя и начало врастания до 1/3. Инкрета – до половины миометрии. Паркрета – когда прорастает всю толщу до серозного покрова брюшины. Вот здесь у нас есть собственные данные, гистологические препараты. В левом верхнем углу вы видите между мышцами ворсинные плаценты. Здесь замурованные ворсинные плаценты внизу справа между мышцами. То же самое врастание плаценты в миометрии. Очень красивый снимок. Ну и внизу справа имеется врастание в стенку мочевого пузыря. Достаточно редкое сочетание, но тем не менее мы с ним встречались. Вторая группа причин кровотечений – это отслойка, преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты. В норме плацента отделяется после рождения плода. Преждевременная отслойка – это все, что происходит с плацентой, отслойка плаценты до рождения плода. Какие же типичные признаки, вернее, какие причины возникновения преждевременной отслойки нормально расположенной плаценты? Прежде всего, это все состояния, которые вызывают изменения сосудистой стенки, сосудов децидуальной ткани, сосудов плаценты, сосудов матки. Какие же это состояния? Ну, на первом месте стоит преэклампсия, при которой происходит изменение сосудов плаценты, децидуальной ткани, и вы это знаете, вам эту лекцию читали. На втором месте стоит экстрагенитальные заболевания, которые вызывают, опять же, изменение сосудов. Это сахарный диабет, прежде всего. Это гипертоническая болезнь, особенно хроническая артериальная гипертензия, которая может увеличить частоту отслойки нормально расположенной плаценты. Ну и другие состояния, при которых изменяется сосудистый компонент гемостаза. Клинические признаки – это выраженный болевой синдром, в отличие от прилежания плаценты.
С чем же связан болевой синдром? Он связан с тем, что между плацентой и стенкой матки возникает ретроплацентарная гематома, которая может вмещать до 500 мл крови. Возникает замкнутое пространство, раздражение бара и интерорецепторов, возникает выраженный болевой синдром. В ряде случаев эта кровь находит возможность оттока, то есть снижается давление в этой гематоме, и тогда у женщины появляются кровянистые выделения, обычно незначительные кровянистые выделения. То есть это небольшой отток, небольшой ручеек, который опорожняется через цервикальный канал во влагалище, и тогда можно увидеть эти кровянистые выделения. Но чем больше ретроплацентарная гематома, тем выраженный болевой синдром. Гипертонус матки, повышенный тонус матки, который можем мы определить при пальпации, пальпаторно, то есть руками мы увидим повышение тонуса матки, возможно локальное повышение тонуса матки, сложнее в том случае, если плацента располагается по задней стенке, тогда даже ультразвуковое исследование будет менее информативно, но при обычной пальпации, при расположении плацента по передней стенке вне боковых поверхностей, можно определить асимметрию матки, выпячивание, болезненность вместе отслойки. Кровотечение при отслойке плацента может возникать как во время беременности, первом-втором периоде родов. Напоминаю, что до рождения плода все, что происходит, если происходит отслойка, то это преждевременная отслойка плацента. При преждевременной отслойке, безусловно, один из симптомов это не только мать, при которой кровотечение наблюдается кровотечение, признаки кровопотери, о которых мы будем говорить позже, но и признаки страдания плода. Отслойка плаценты. Часть плаценты отслаивается, нарушение питания, нарушение обеспечения кислородом, и возникает гипоксия плода вплоть до гибели. Если отслойка плаценты произошла больше 50%, то, как правило, наступает гибель плода. Плацента 1/3 приводит к его гипоксии, до тяжелой гипоксии, требующей немедленного оказания помощи. Ну и при выраженной отслойке клинические состояния шока. Кстати, шока не только у матери, но и у ребенка. Поэтому на сегодняшний день считается, что отслойка нормально расположенной плаценты является абсолютным показанием, опять же, к операции кесарево сечения. Методом диагностики, кроме клинических симптомов, является ультразвуковое исследование, но оно может применяться только тогда, когда нет обильного наружного кровотечения или нет выраженного болевого синдрома, острой гипоксии плода, требующей применения немедленного, оказания немедленной помощи. Не нужно вызывать врача ультразвуковой диагностики, если яркая клиническая картина и речь идет о жизни матери и ребенка, в таком случае больная перемещается в операционную и дальше выполняется оперативное вмешательство, кесарево сечение. Ну, вот так, опять же, схематически в старых учебниках, мне очень нравятся эти рисунки, обратить внимание, ретроплацентарная гематома. Если слева нет опорожнения этой гематомы, здесь выраженный болевой синдром, то справа имеется уже отток и давление в ретроплацентарном пространстве уменьшается, болевой синдром может быть значительно менее выражен. Вот если при ретроплацентарной гематоме, которая изображена слева, очень часто происходит пропитывание мышцы матки кровью, запуск начало ДВС-синдрома, выброс большого количества тромбопластина, запускается ДВС-синдром, и мы можем получить массивное кровотечение во время операции кесарево-сечения или после родоразрешения. Ну вот одна из ситуаций, это было тоже у нас недавно. Женщина поступила из района, сидела в течение суток дома с выраженным болевым синдромом. Почему-то она решила, что это роды, и вот она ждала, пока разовьется хорошая родовая деятельность. В течение последних 4 часов боли резко усилились, перестала ощущать шевеление плода и только тогда вызвала машину скорой помощи. При поступлении в стационар диагностирована антенатальная гибель плода, отслойка плаценты. Уже через 10 минут от момента поступления в приемный покой она была в операционной, выполнена оперативное вмешательство. Выйдите на правом снимке, там внизу еще видно даже следы после операции кесарево сечения.
обратите внимание, пропитывание кровью всех слоев миометрия. Видите, гематома даже в серозном слое миометрия. Кровопотеря уже к этому моменту составила около 2,5-3 литров. Было нарушение свертывающей системы крови, о чем мы будем говорить немного дальше. Вот эта же матка, посмотрите, пропитывание миометрия на всю ее толщу от эндометрия до серозного покрова. Третья причина кровотечений, и, к сожалению, причина кровотечений, ну, наверное, в 50% случаев в Ставропольском крае, это причина материнской смертности. Одна-две женщины погибают в Ставропольском крае, и вот, к сожалению, это эмболия околоплодными водами. И эта эмболия околоплодными водами относится к непредотвратимым причинам. То есть в любой стране, будь то Соединенные Штаты, Англия, Франция, Италия, эмболия околоплодными водами – это, как правило, тяжелейшее осложнение, которое может привести к летальному исходу, независимо от страны, в которой это происходит. Почему же возникает эмболия околоплодными водами или эмболия амниотической жидкостью? Практически синонимы, чаще в последние годы применяется эмболия амниотической жидкостью. Это существенное превышение амниотического давления, то есть давление в плодном пузыре над венозным давлением в матке. То есть в этом случае продавливается амниотическая жидкость в сосуды матки, и дальше эта жидкость поступает уже в системный кровоток. В норме давление в амниотической полости 8 мм водного столба, а в сосудах 10. Во время схваток защитный механизм до 40 мм водного столба повышается в сосудах матки. И вторая особенность – это зияние венозных сосудов матки. Ну, амниотическое давление мы уже с вами говорили. Когда можно превышается эти показатели, амниотическое давление еще больше повышается и снижается давление в сосудах матки. Это при стремительных родах, то есть когда мощные, быстрые сокращения матки, крупный плод, многоплодная беременность, ну и стимуляция родовой деятельности окситоцином. Зияние сосудов матки – непременное условие для амниотической эмболии. Самым классическим примером зияния сосуда является кесарево сечение, при котором, как правило, имеется зияние сосуда при разрезе матки, попадание амниотической жидкости в сосуды приводит к засасыванию амниотической жидкости, содержащей различные биологически активные вещества. Ну и иногда мы не находим некие сречения рода через естественно-родовые пути, возникает эмболия. И мы не находим источника, нет разрыва шейки матки, нет разрыва матки, но есть эмболия околоплодными водами и подтвержденная гистологически. В таких случаях считается, что одной из причин – это поврежденные эндоцервикальные вены или децидуальные синусы. Вообще повреждение вен шейки матки при ее растяжении там, от 2 см открытия маточного зева до полное, происходит, как правило, всегда. Но эмболия околоплодными водами возникает значительно реже. Патогенез. В околоплодных водах содержатся различные биологически активные вещества. Это и гистамин, это лейкотриены, цитокины. Возникает так называемый медиаторный взрыв, бронхоспазм, спазм сосудов легких, правой и левой желудочковой недостаточность, развитие коагулопатии с массивным кровотечением, ну и как окончательный результат – это остановка сердечной деятельности. Можно назвать это одним словом – кардиопульмональный шок. И так он называется в протоколе лечения больных с обусловленным лечением женщин с эмболией околоплодными водами. Но мы должны понимать, что на сегодняшний день считается основной причиной, механизмом развития этого состояния является анафилактическая реакция. Еще раз повторяю, анафилактическая реакция. 15-20 лет назад считалось, что картину определяет количество околоплодных вод, попадающих в сосудистое русло.
Но потом подсчитали, что для того, чтобы возникла эта клиническая картина эмболии околоплодными водами, необходимо попадание в сосудистое русло около 5 литров околоплодных вод. Такого, конечно, никогда не бывает. Поэтому пришли к выводу, что основное значение имеет анафилактическая реакция. Ну а раз анафилактическая реакция отсюда, и основной метод лечения, вернее, в комплексе лечения обязательно должны быть представлены глюкокортикоиды для комплексного лечения этого состояния. Клиническая картина. Есть своя специфическая клиническая картина. Хочу обратить внимание, что на первом месте кардиопульмонарный шок. То есть сначала возникает снижение артериального давления, возникновение клиники шока, возникает одышка, кашель, иногда потеря сознания, спутанное сознание, вплоть до потери сознания, быстрое снижение сатурации, сужение легочных сосудов и, что может объяснить внезапную гипоксию и остановку дыхания. Если это произошло во время родов, то страдает плод, возникает снижение частоты сокращений сердца у плода, возникает гипоксия, и если своевременно не родоразрешить эту пациентку, то возникает антенатальная гибель плода. Атония матки – это нарушение сократительной способности миометрии, обычно приводит к массивному послеродовому кровотечению. Еще раз обращаю внимание. Первым начинается кардиопульмональный шок. К сожалению, часть женщин погибает на этом этапе, возникает остановка сердца. И если не удается справиться с этим состоянием, то женщина погибает на этом этапе. Если удается вывести больную из кардиопульмонального шока, то через 30-40 минут, иногда до нескольких часов, развивается ДВС-синдром, нарушается сократительная активность матки, ДВС-синдром, и начинается кровотечение. Коагулопатия или ДВС-синдром обусловлены потреблением факторов свертывания крови, и это вторая причина смерти, к сожалению, смерти этих женщин. Если удается справиться с кардиопульмональным шоком и коррегировать нарушение свертывающей системы и кровопотерю, то есть возникновение геморрагического шока, то женщину удается спасти. К сожалению, летальность в разных местах от 40 до 80%. Ну вот, обратите внимание, что ДВС-синдром может развиться даже вплоть до 12 часов после родоразрешения, после возникновения кардиопульмонального шока. Остановка сердечной деятельности обусловлена острой легочной гипертензией, спазмом сосудов и острой правожелудочковой недостаточностью. Патологоанатомическая диагностика эмболии околоплодными водами. Почему я так подробно разбираю это с вами? Дело в том, что, например, в развитых странах это одна из основных причин смерти женщин. У нас в крае, я уже говорил об этом, это тоже одна из причин смерти женщин. Поэтому мы должны знать, как это все происходит и как диагностировать это состояние. Итак, патологоанатомическая диагностика. Обычно в легких плода, в легких женщин обнаруживаются чешуйки эпидермиса плода, волосы первородного пушка, жировые эмболы, слизистые эмболы и фибриновые или тромбоцитарные тромбы. Окраска должна быть соответствующей. Если вы выполняете обычную окраску гематоксилином и азином, то можно пропустить эмболию околоплодными водами. Все это определяется в легких, но иногда мы это можем определить и в матке. Вот это как раз та ситуация, которой эмболы амниотической жидкости определены в матке. Было кровотечение, кардиопульмональный шок, ДВС-синдром, удаление матки, но удалось справиться с этой ситуацией, женщина осталась жива, но вот в удаленном препарате матки мы обнаружили амниотическую жидкость в сосудах матки. Элементы околоплодных вод в сосудах матки, вы видите волоски, чешуйки в сосудах миометрия. Чаще всего мы обнаружим эти изменения в легких. Вы видите здесь чешуйки плода, фибриновые тромбы, жир в сосуде, что указывает на эмболию околоплодными водами. Любое кровотечение, будь
то прилежание плаценты, врастание плаценты, отслойка нормально расположенной плаценты или эмболия околоплодными водами. Во всех случаях, кроме клинических признаков, о которых мы с вами уже говорили, обязательно выполняются различные элементы лабораторной диагностики. Ну вот напоминаю, что к ним относится оценка свертывающей системы крови. Метод Люайта – очень простой метод. Берется 5 мл крови из вены у женщины. Кровь в пробирке держится в руке, периодически покачивая, и мы определяем время начала свертывания крови. Обычно это 8-10 минут. Все, что выше, это говорит о нарушении свертывающей системы крови. Это комплекс метод оценки, позволяющий еще у постели больной поставить диагноз коагулопатического кровотечения. Тромбоэластограф. На сегодняшний день считается, что тромбоэластограф должен быть в любой операционной, во всех операционных, акушерских операционных второй и третьей степени риска. Лабораторная диагностика – это количество тромбоцитов, фибриногена, протромбиновый индекс, активированная частичная тромбопластинового времени, ЧТВ – очень важный показатель, МНО, здесь, чему-то я забыл написать, продукты деградации фибриногена. Инструментальная диагностика, ультразвуковая диагностика, ну, наиболее информативна при прилежании отслойки нормально расположенной плаценты, но мы с вами уже говорили, что нельзя проводить ультразвуковое исследование, если женщина находится в критическом состоянии, необходимо принимать меры по ликвидации этого состояния. Кровотечение во время беременности, если возникает кровотечение, пациентка поступает в стационар, незамедлительно переложить беременную на каталку, прослушать сердцебиение плода, поставить известного ответственного дежурного врача, развернуть операционную, вызвать анестезиолога, и беременная должна быть уже в операционной для решения вопроса о выборе тактики лечения. Как определить кровопотерю? Самый сложный вопрос, потому что от определения величины кровопотери будет зависеть инфузионная терапия. Если мы недооценили кровопотерю, будет гиповолемия, и мы не справимся с состоянием больной, будет продолжаться тканевая гипоксия и разовьется полиорганная недостаточность. Если мы избыточно оценим кровопотерю, другой фактор – чрезмерное переливание жидкости, в том числе и крови, и могут возникать осложнения уже обусловленной гиперволемии. Визуально определяемый объем, ну, обычно акушер-гинеколог во время операции оценивает объем, но вот считается, что недооценка кровопотери в этом случае около 30%, поэтому кровопотерю умножает на 30%. Гравиметрический прямой метод сбора градуированной емкости, это различные мешки, это сбор салсейвером, аппаратом, который позволяет возвращать потерянную кровь. Очень часто мы это применяем при прилежание и врастание плаценты позволяет до 70% потерянной крови вернуть во время операции и иногда даже избежать переливания чужеродной крови. Ну, кроме взвешивания, то есть мы в емкости сливаем и определяем объем кровопотери, взвешивание пропитанной крови пеленок, салфеток, операционного белья. Точность этого метода достаточно высока, около 90%. Ну и еще на основе клинических симптомов гиповолемии. Но если мы сочетаем все эти три состояния, то есть гравиметрический метод, клинические симптомы, тогда мы можем достаточно точно оценить объем кровопотери. Ну вот объем кровопотери, который рекомендует протокол по акушерским послеродовым кровотечениям, вот этот протокол, который предложен Американской ассоциацией хирургов в 2012 году. Здесь представлены клинические симптомы. Обратите внимание, пульс, артериальное давление, пульсовое давление, частота дыхания, диурез, сознание. Ну, еще шоковый индекс желательно подсчитывать. Вот эти все клинические состояния указывают на различный объем кровопотери. Ну, обратите внимание, что самая большая степень кровопотери – это четвертая степень, когда отмечается выраженная тахикардия, снижение артериального давления, что говорит о развитии геморрагического шока, увеличении частоты дыхания, что свидетельствует уже о возникновении полиорганной дисфункции или даже уже недостаточности, анурия, почечная недостаточность, сонливость – это поражение уже головного мозга. Поэтому в этой стадии, критической стадии, очень важно не допускать, во-первых, эту стадию. Если она уже, пациент поступила с этим состоянием, необходимо как можно быстрее начинать
терапию этих состояний. Ну, напомню, что при физиологической беременности ОЦК в третьем триместре увеличивается на 45%, соответствует от 85 до 100 мл на килограмм веса. Спор идет, действительно ли это так, потому что всего лишь 3-5 лет назад была несколько другая оценка объема циркулирующей крови. Но вот сейчас реаниматологи, акушерские реаниматологи предложили такой, в общем, достаточно простой подсчет, но, на мой взгляд, это несколько некоторая переоценка объема циркулирующей крови. Шоковый индекс – это отношение пульса к систолическому артериальному давлению. Ну, если посчитать, что пульс в среднем, будем считать 60-65, систолическое давление 120, то в норме шоковый индекс должен быть от 0,5 до 1. Все, что выше 1,1, свидетельствует о кровотечении с нарушением состояния женщины. Но предлагаемый объем кровопотери в зависимости от массы тела женщины, ну, обратите внимание, если женщина 70 кг, то умножаем на 100, получается 7 литров объема циркулирующей крови, и 40% объема циркулирующей крови, это будет чуть меньше 3 литров кровопотери. Массивные кровопотери, мы будем дальше говорить об этом, считается кровопотеря больше 25-30% объема циркулирующей крови. Ну, я хочу обратить ваше внимание, что этот расчет, конечно, только для беременных, не имеющих экстрагенитальную патологию, но при наличии преэклампсии объем циркулирующей крови снижается на 30-40%, составляет 70 мл на килограмм веса. То есть, ну, даже если мы оценим женщину по 70 кг, то это будет объем циркулирующей крови не 7 литров, а 4900, значительно меньше. И тогда кровопотеря 2800, это будет почти 60% объема циркулирующей крови. Это нужно учитывать, когда определяет тактику инфузионной терапии. Итак, что же делать? Вообще, остановка кровотечения – это командная работа. Один врач, акушер-гинеколог, не сможет остановить кровотечение без помощи среднего медперсонала, младшего медперсонала, здесь мы не говорим о санитарках, акушера-гинеколога, реаниматолога, трансфузиолога. То есть это работает команда. Но еще в команду иногда включается сосудистый хирург, если речь идет о перевязке внутренних подвздошных артерий, и уролог, если имеется вырастание в стенку мочевого пузыря. Итак, задача врача – это определение величины кровопотери. Остановка кровотечения, то есть принимаются мероприятия по остановке кровотечения. Кровопотеря еще небольшая, это 500-750, ну до литра. Оценка объема кровопотери, оценка потребности в трансфузионных средах. Напоминаю, что трансфузионные среды должны находиться в любом родзале, в каждом родзале. И доступ к этим трансфузионным средам должен быть буквально в течение нескольких секунд. Заказ компонента крови для трансфузии, возможность переливание свежезамороженной плазмы и гемотрансфузии должна быть определена сразу, потому что иногда для доставки плазмы и крови необходимо время. Вызов второго акушера-гинеколога, если кровотечение продолжается. Конечно же, вызов анестезиолога, который должен обеспечивать и кроме анестезиологического пособия еще оценку трансфузионной терапии, если в стационаре нет дежурного трансфузиолога. Две акушерки выполняют разные функции. Обратите внимание, что если первая акушерка начинает капельную инфузию в уже подготовленный катетер, я напоминаю, что все женщины, вступающие в роды, у них постановка плановая до родоразрешения катетера в кубитальный сосуд, и инфузионная терапия начинает сразу же в этот сосуд. Применяется полиэлектролитный раствор, о чем будем говорить ниже. Помощь врачу при остановке кровотечения – это зеркала, шовный материал, подача баллона внутриматочного, катетеризация мочевого пузыря обязательно. Вторая акушерка ставит уже второй катетер, пока первая акушерка проводит инфузионную терапию, производит забор анализов, передача лаборантов, согревание пациентки, введение тренексамовой кислоты во второй катетер, инфузия кристаллоида по второму катетеру, если кровотечение продолжается. Контроль АД, пульса, дыхания, диуреза, величина кровопотери, это считает или вторая акушерка, или анестезистка и реаниматолог, которые уже к этому времени должны быть в родзале или в операционной. То есть, если кровотечение продолжается уже на этом этапе, когда неэффективны предлагаемые методы,
женщина должна уже быть переведена в операционную. В 80% случаев причиной кровотечения является, я уже говорил, нарушение сократительной активности матки. На втором месте это травма родовых путей. Поэтому сначала исключается травма родовых путей, осмотр родовых путей при обнаружении разрыва шейки матки, влагалища промежности, ушивание этих разрывов под местным обезболиванием или эпидуральной анестезией, если она проводилась во время родов, то она продолжается не для ушивания травматических повреждений. Если матка не сокращается, наружно-внутренний массаж матки, удаление остатков последовательности в крови, бимануальная компрессия и введение ультратоников. После того, как мы убрали из полости матки сгустки, возможно, остатки последа в виде оболочек, иногда остатков плацентарной ткани, наружно-внутренняя компрессия. Вот этот метод очень широко распространен в Англии и Соединенных Штатах. Но мы в последнее время тоже применяем у себя. То есть матка, послеродовая матка помещается между колоком введенного влагалища и рукой на передней брюшной стенке. Создается компрессия, то есть механическое сдавление, что вызывает рефлекторное сокращение матки. Ультратоники. По протоколу, который существует на сегодняшний день, 2019 года, протокол послеродовых кровотечений для повышения сократительной активности матки вводится окситоцин дозировки 10-20 единиц на 500 мл из раствора, скорость инфузии 60 капель в минуту или 125 мл в час. Возможно введение инфузомата до 16,2 мл. При неэффективности введения окситоцина применяется метилоргометрин. Он применяется практически во всех странах и в протоколы входит во все протоколы по остановке кровотечения, вызванного нарушением сократительной активности матки после родов. Вводится 1 мл внутривенно медленно, максимальная суточная доза 5 доз, но может быть повторен уже через 30-40 минут. Противопоказанием является гипертоническая болезнь при эклампсии, заболевание сердца. Месопростол 600 мг по ректу, это простагландин Е2. У нас в России он не сертифицирован как препарат для повышения сократительной активности матки, в отличие от европейских стран. И поэтому он может вводиться ректально 600, иногда 800 мг, то есть это 2-4 таблетки, 3-4 таблетки, только по решению консилиума. С консилиум решает, расписывается и вводится мезопростол. Последние лет 8-10 во всем мире чаще стала применяться так называемая баллонная тампонада, когда в полость матки вводится баллон, стерильный пластиковый баллон, который заполняется жидкостью, матка растягивается, вызывается рефлекторный рефлекс со стороны гладкой мускулатуры матки, матка сокращается, кровотечение прекращается. То есть основная наша задача — это повышение сократительной активности матки. Вы помните, это один из механизмов прекращения кровотечения. Ну, об этом мы немного позже поговорим, я вам покажу слайды. Ну и компрессия аорты. Компрессия аорты, она может выполняться как до операции, так и интраоперационно, снижая объем кровопотери. Развертывание операционной при продолжающейся кровопотери должно быть не более 20 минут. Но мы справляемся обычно даже меньше, 12-15 минут. Достаточно для того, чтобы перевести больную в операционную, развернуть операционную. Начало наркоза и бригада начинает оперативное вмешательство. Ну, вот управление баллонной тампонадой. Так выглядит баллон. Справа вы видите заполненный жидкостью. Вверху это пустой баллон. А схема, которая применяется, то есть баллон помещается в полость матки через влагалище или во время операции кесарево сечения через разрез на матке и заполняется жидкостью для того, чтобы вызвать растяжение матки. Ну, вот так он выглядит, баллон. На сегодняшний день есть баллоны, состоящие из двух участков, которые вводятся один в полость матки, другой в шейку матки. Задача анестезиолога. Он должен быть в течение 10 минут от начала кровотечения. При массивной кровопотере больше 30% ОЦК, вызов второго анестезиолога.
ингаляция кислорода, мониторирование жизненно важных функций, инфузионно-трансфузионная терапия, коррекция нарушений коагуляции, анестезиологическое пособие. Инфузионно-трансфузионная терапия в качестве стартовой терапии обычно начинается терапия с того, что есть под рукой, это кристаллоидные растворы, сбалансированные кристаллоидные растворы. Вообще кристаллоидные растворы являются основой инфузионной терапии, почти 50% инфузионных средств составляют кристаллоидные растворы. Но желательно не физиологический раствор. Объем переливаемых коллоидных растворов обычно рассчитывается в зависимости от объема кровопотери, но не более 1500 мл. На сегодняшний день, например, коллоидные растворы запрещены при сепсисе, но их можно применять при акушерских кровотечениях за счет того, что большая молекулярная масса, они привлекают кровоток из интерстициального пространства жидкости, тем более таким образом обеспечивая эффект инфузионной терапии. Чем больше кровопотери, тем больше риск развития ДВС-синдрома. Обычно это коагулопатия потребления. Но обратите внимание, здесь вот различные показатели, которые указывают на развитие ДВС-синдрома. Это левайт больше 10 минут, это ЧТВ, которое увеличивается в 1,5-2 раза, это число тромбоцитов меньше 150, вообще меньше 100. Считается, что все, что меньше 100, может усиливать кровотечение, а ниже 50, как правило, сопровождается кровопотерей, значительной кровопотерей. Снижение фибриногена считается меньше, некоторые считают меньше 2 грамм на литр, некоторые считают меньше 1 грамм на литр дедимера, ну и тест спонтанного лизиса сгустка. Ну вот здесь таблица, которая приведена, опять же, в протоколе оказания акушерской помощи при гипотоническом кровотечении. Здесь соотношение инфузионных средств, не коллоидных растворов, это переливание эритроцитов. Переливание эритроцитов осуществляется тогда, когда снижается гемоглобин ниже 70, гематокрит меньше 25, эритроциты меньше 2,5. Вводится обычно эритроцитарная взвесь или эритроцитарная масса. Я считаю, что должно быть не менее 2 доз, если гемоглобин ниже 71 дозы, вы не повысите этот гемоглобин. Обязательно применяется свежезамороженная плазма, так как туда находится фактор свертывания крови, позволяющий компенсировать его потерю. Показанием для синдрома с переливания свежезамороженной плазмы является только коагулопатия. Еще раз напоминаю, никаких других показаний не существует. Если я читаю 1,5-2 раза выше, по-моему, больше 1,5, или имеются другие данные гемостазиограмм, позволяющие говорить о нарушении свертывающей системы крови, мы переливаем свежезамороженную плазму. Дозировка 20 мл на килограмм массы тела, струйно, в течение 15-30 минут. Размораживание желательно проводить не длительно, есть специальные системы для разморозки плазмы. Цель, это нормализация этих показателей. Уровень тромбоцитов, я вам уже говорил. Тромоксамовая кислота на сегодняшний день является одним из самых часто применяемых методов уменьшения кровопотери. Тромоксамовая кислота позволяет увеличивать свертывающий потенциал крови. Дозировка 15-20 мг на килограмм веса внутривенно. Максимальная доза до 40 мл на килограмм веса. Ну и фибриноген. Обычно есть за рубежом, есть инфузионный фибриноген. К сожалению, у нас такого нет. И применяется криопрецепитат 1 доза на килограмм веса. Считается так, что в среднем 1 доза это где-то около 0,2 грамм фибриногена. Следовательно, 10 доз это около 2 грамм фибриногена. Протромблиз, концентрат протромбинового комплекса. Отечественный препарат, который позволяет восстановить ряд сниженных факторов свертывания, в том числе 7-го фактора свертывания. И он применяется при развитии ДВС-синдрома и лабораторного подтверждения. Дозировка здесь у вас написана. И нормализация показателей. И последний активированный 7-й фактор свертывания. Препарат очень дорогой, есть не во всех учреждениях, но он может применяться при
кровотечение, причем чем раньше мы его применяем, тем быстрее получаем эффект. При массивной кровопотере соотношение эритроцита плазма тромбоцита криопрецепитат, как рекомендует Американская ассоциация хирургов, это соотношение 1:1. Но при массивной кровопотере, при кровопотере больше 30-40% объема циркулирующей крови, соотношение эритроцитов и свежезамороженной плазмы может колебаться от 1:4 до 2:1. То есть с увеличением в сторону эритроцитов. А вот кристаллоидные растворы. Обратите внимание, что их достаточно много. Они есть сейчас в клиниках, есть в акушерских стационарах. Обратите внимание, что физиологический раствор не совсем физиологический по отношению электролитов. Он не относится, конечно, к физиологическим растворам, есть ряд других. И поэтому наша задача переливать полиэлектролитные растворы, потому что переливание физиологического раствора в больших количествах может усугубить только состояние пациента. Применение глюкокортикоидов. Ну, считается, что при геморрагическом шоке вообще должны применяться глюкокортикоиды, но особое их значение имеется при эмболии околоплодными водами. Как только заподозрены признаки эмболии околоплодными водами, это снижение артериального давления, признаки кардиопульмонального шока, сразу же введение глюкокортикоидов, дозировки гидрокортизона 500 мг внутривенно, затем каждые 6 часов до 2 грамм за 24 часа, или преднизолон в дозировке 360-400 мг и повторение через 10-15 минут дозировки 280-360 мг. Но, как вы видите, максимальная доза получается 780 мг, почти 800 мг. И дальнейшее введение через 2 суток, если удалось вывести ее из состояния кардиопульмонального шока и ДВС-синдрома. Крайний вариант лечения, в том числе кардиопульмонального шока, геморрагического шока, это введение вазопрессоров. Начинается обычно с норадреналина, как бы вторым уровнем терапии является применение допамина, адреналина, ну и применение инотропных препаратов, которые показывают дозировка. Это задача анестезиолога, не акушера-гинеколога, но анестезиолог должен знать эти дозировки, скорости пути введения. При неэффективности первого этапа необходимо обеспечение анестезиологического пособия, то есть обычно это эндотрахеальный наркоз, обеспечение реинфузии эритроцитов, то есть использование аппарата Cell-Saver, продолжение введения утеротоников, реляпаротомия или лапаротомия, деваскуляризация матки, то есть уменьшение кровоснабжения матки. Ну, я напоминаю, что у кровоснабжения матки несколько источников, выйдите из этого слайда, это маточная артерия и яичниковая артерия, два компонента, основные участники кровоснабжения матки. Это внутренняя подвздошная артерия, от которой отходит маточная артерия, и которую мы обычно перевязываем для деваскуляризации матки. Ну, вот здесь изображено то, что мы предложили накладывание сосудистых зажимов на собственные связки яичников. Я напоминаю, что яичниковая артерия анастомозируется маточной артерией, внося почти 30% кровотока в общее кровоснабжение матки. Следующий этап – это перевязка маточных артерий, иногда наложение швов на матку. Мы дальше будем описывать это. Здесь наложены швы на матку для уменьшения кровопотери. Вы видите, матка сократилась, кровотечение уже прекратилось. Сейчас будет этап ушивания разреза на матке. Блинч еще 20 лет назад предложил ушивание матки при гипотонических послеродовых кровотечениях. Накладывается шов в виде портупеи, затягивается матка. И получается вот такая сократившаяся матка. То есть мы опять создаем механизм сокращения мышцы матки. Это позволяет почти 90% случаев справиться с гипотоническим кровотечением. Если не удается справиться с предыдущими методами, то производится перевязка внутренних подвздошных артерий. Я напоминаю, что внутренняя подвздошная артерия отходит от общей подвздошной артерии, которая делится наружную и внутреннюю. Вот здесь. Видите, написано, стрелками нарисованная, нарисовал наружная подвздошная артерия и внутренняя подвздошная артерия, перевязка которой будет осуществляться далее. Вот обратите внимание, обычно мы применяем или Глоу-де-Шампа, или различные сосудистые диссекторы, и левая внутренняя подвздошная артерия под бифуркацией, рядом с бифуркацией,
уже проведена игла дешампа, нитка, и дальше будет производиться перевязывание. Вот видите, нитка подведена под внутреннюю подвздошную артерию, справа выделена под инструментов, введена игла дешампа, зажим, и перевязывается внутренняя подвздошная артерия. Обычно это должны выполнять сосудистые хирурги, но так как правило, это экстренная ситуация, то практически все акушеры-гинекологи в стационарах третьей степени риска, да и второй степени риска владеют перевязкой внутренних подвздошных артерий. Ангиографическая эмболизация. Если мы предполагаем возникновение кровотечения, ну, например, при прилежании и врастании плаценты, то возможно применение блокирования поступления крови по сосудам к матке, то есть возникает деваскуляризация. К сожалению, для этого нужно 20-30 минут, поэтому для экстренных ситуаций это невозможно. Эффективность метода 58-98%, но, к сожалению, 15% выполняется гистерэктомия. Вот так вводятся сосуды, это одно из публикаций китайских коллег. Введены баллоны в обе общие подвздошные артерии. Профилактика акушерских кровотечений, в частности гипотонических кровотечений, заключается в более раннем применении сокращающих матку средств. Ну вот рекомендации, которые существуют, опять же, в протоколе оказания акушерской гинекологической помощи. После рождения плода внутримышечно в бедро вводится 2 мл окситоцина, 10 международных единиц. Или 1 мл карбитоцина по балл, это 100 микрограмм, сразу после рождения плода внутривенно медленно в течение 1 минуты. По балл, если окситоцин, длительность его действия от 5 до 30 минут после окончания введения, и уже через 30 минут может снова нарушиться сокращение матки, то карбитоцин или по балл, современный препарат, который появился на рынке недавно, он более длительного действия, действует 4-6 часов, и поэтому эффективность, конечно, этой терапии будет более высока. Возможно введение окситоцина инфузоматом. При помощи инфузомата после рождения плода со скоростью инфузии до 16,2 мл в час. Ну и профилактическое введение тренексамовой кислоты внутривенно, обычно 1 грамм женщинам с высоким риском кровотечения. Ну, например, женщины с рождения, крупный плод, слабость родовой деятельности, кровотечение в предыдущих родах, ну и так далее. Лечебно-диагностические мероприятия при кровотечении следует начинать как можно раньше, то есть с началом кровотечения, стремясь к максимальному ограничению кровопотери и следовательно предупреждению развития шока и неблагоприятных изменений у женщины. Спасибо за внимание.